Мяу, всем снова здрасте, с вами снова я, кошечка, мурлысочка. И наш корабль, как всегда, оттаял. Глядите, какой наш красавец. И вот, я хотела бы вам сказать. Для начала, я когда сюда приехала на такси, я на такси уже уехала, вон там вот, глядите, там какое-то здание, затонувшее в снегу. Да? Вообще, не будем на то внимание обращать. Поглядите, там машина, да? Я для начала приняла это за утонувшее золото. Я такая, я разбогатела. Подошла, там Хрухина машина. Я такая, что-то случилось, надо бежать к Хрухе. Я побежала в город. Хрухин дом разрушен. Хрухи нет. Кровь одна. Представляете? Это очень страшно и странно. Я должна проверить ту машину. Я сейчас пойду на проверять. О, ура! Самолет к нам летит обратно. Надеюсь, там жираф мой брат. Да, кстати, жираф мой брат, жираф Афанасий, улетал в отпуск. Вот он, надеюсь, прилетел, мой дорогой. Я ставлю на паузу. Надо проверять машину. Мяу, всем снова здрасте. Вот я проверила машину. Видите, там дверь открыта уже, как вы видите. У нас так мусорно здесь, вы не представляете, когда мы это все уберем. Все раскидано, все прошлые вещи раскиданы. Да, вы, наверное, все заметили. Это кто-то проезжал. Ну что ж, я отправляюсь снова куда-нибудь. Всем снова до связи. Сколько пауз? Уже две паузы. Всем до связи. Мяу, всем снова здрасте. Почему-то картинка плохая. Я вот только что это заметила. Надо ее включить. Но глядите, я в воде. Вы заметили? Меня прям затолкнули в воду. Вот, видите, тут снег тает, грязь всякая. Но здесь Хрухи нет. Так-то она обожает тут купаться. Это ее любимое озеро. Ну что ж, сегодня мы искали два места. Озеро Хрухина и ее машину. Это первая часть поиски Хрухи. Ну что ж, всем до связи. Даже не до связи, а пока. Сегодня мы искали Хруху. Ждите второй части сегодня. Эх. И поглядите, Хруха исчезла. Придется ее искать. Ну что ж, я заканчиваю свой ролик. Ставьте мне лайки. Подписывайтесь на канал. Сегодня мы искали Хруху. Всем удачно и пока.